вами собрались для того, чтобы посмотреть, какой ущерб наносит природе мусор. Сегодня мы собрались в волонтерами океанариума и детьми, которые обучаются у нас на ступенях, для того, чтобы понять, что каждый из нас лично может сделать для спасения мирового океана. И мы дружно сегодня спустимся к нашей очень красивой прибрежной территории и посмотрим, сколько ужасного мусора выносится на берег океана. Но перед этим мы прослушали лекцию о том, что каждый из нас может делать лично для того, чтобы улучшить состояние нашего океана. Что каждый из нас способен разделять мусор у себя дома, как разделять это вторсырье, как понимать, какой вид пластика возможно пустить на переработку, а какой нет. Июня Приморский океанариум отмечает Всемирный день мирового океана. И каждый неравнодушный к океану может присоединиться и узнать очень много нового для себя.